Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, как мы и обещали, хотим вам показать технологию изготовления снежка из синтепона. Игра в снежки с Дедушкой Морозом всегда успешно проходит на детских новогодних утренниках, а также в домашних условиях. Для работы нам понадобится кусочек синтепона. Синтепон – это нетканый материал, который используется в пошиве одежды в качестве утеплителя, и приобрести его можно в любом магазине тканей. Размер нашего кусочка 27 на 27 сантиметров. Также нам потребуется игла, белые нитки, ножницы. Начинаем сворачивать синтепон с угла. Смотрим видео. Теперь фиксируем ткань петельным швом. Делаем несколько аккуратных стежков. И продолжаем сворачивать ткань, формируя шарик. Опять делаем несколько стежков. Опять сворачиваем ткань. Суть нашей работы заключается в том, чтобы создать круглую форму снежка и закрепить ее аккуратными невидимыми стежками. Размер снежка можно регулировать. Он зависит от размера кусочка синтепона. Для маленьких деток снежок можно делать поменьше, чтобы его удобно было брать в ручку. Закрепим нить. Обрежем ее. И все. Снежок из синтепона готов. Легко и просто. Сделай сам. Пишите мне, дорогие друзья. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. С уважением, Ромашка-клоун.